лица, три лесная фигура на месте заври. Лицеисты – народ чрезвычайно серьезный, хорошо учатся и активно познают окружающий мир. А на переменках превращаются в птичек, рыбок, котиков и зайчиков. Для первоклассников пока такие формы отдыха самые интересные. Школа, дом, это детский сад. Что это? Это наш Витновский художественно-технический лицей. В нем очень здорово учиться и веселиться. Перспективные профили обучения – визитная карточка Видновского художественно-технического лицея. Вот уже более 20 лет учебное заведение собирает под своим крылом самых талантливых, нестандартно мыслящих ребят. Что интересного-то у вас? Расскажите. Просто читаем новую книгу. Ух ты! А про что книга? Про мой любимый мультик. Это здесь Гравити Фолз. Что там такое? Здесь страшные монстрики всякие. Сейчас в Видновском художественно-техническом лицее обучаются почти 2500 детей. Помимо этого появились еще 3 дошкольных отделения, где воспитываются 900 малышей. У нас 80 классов и 25 групп. Мы большие-пребольшие. У нас почти 300 сотрудников. Так что вот такой у нас большой, дружный, я надеюсь, он станет таким очень дружным коллективом. Праздник лицеиста у ребят проходит месяцем позже традиционного всероссийского. В день рождения Ломоносова, 19 ноября, в школе обязательно будет звучать собственный гимн. Горды почетным званием лицеиста. Когда-то Пушкин лицеистом был. Пусть будет на душе легко и чисто, и не угаснет юношеский пыл. А праздник Видновской гимназии отмечают уже сегодня. Торжество совпало с днем рождения учебного заведения. Жизнь нашей школы, она всегда веселая, интересная, да, то есть мы стараемся ее как можно чаще разнообразить, ну, и в учебные процессы, и внеурочную деятельность, вот, ну, и этим занимаемся уже 31 год. Праздник весело и дружно отмечают всем коллективом. В этот памятный день уроки ведут ученики старших классов. Новые педагоги – серьезные и строгие. Хотя не прочь и подурачиться на переменке. Расскажи, пожалуйста, нравится ли учиться в гимназии? Да, очень. А чем нравится? Что тут интересного такого? Тут добрые учителя, хорошие коллективы, большая школа, удобные кабинеты. В честь 31-го дня рождения в гимназии открыта фото-выставка «Листая страницы истории». Особой популярностью она пользуется у гимназистов младших классов. Сегодня мы рассказываем ребятам о тех традициях, которые были заложены 31 год назад. И мы надеемся, что ребята, которые пришли в школу, и, возможно, многие только недавно переехали в наш город, проникнутся этой историей, будут поддерживать эти традиции и очень много еще внесут в лепту истории нашей школы. Сейчас лицеи и гимназии находятся в авангарде современного, полного, среднего образования. Ребята увлеченно постигают программу и учатся мыслить нестандартно. Понимают, что своими достижениями сегодня они делают весомый вклад в будущее. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.